9, 10. Всем привет! Сегодня готовлю домашний шугаринг. Ну, в принципе, ее можно покупать. Я так и делала, то есть невыгодно, очень невыгодно. Один раз попытку сделала приготовить, пропорции не учла. Не очень получился. Очень много информации поколупала. И решила еще раз попробовать. Тут у меня 10 ложек воды, 20 ложек сахара и 1 ложка лимонной кислоты. Как по рецепту прочла. Будем делать. Постоянно помешиваем, не допускаем сильного кипячения и варим. Потихоньку уже сахар тает, цвет должен меняться, то есть мне так говорят, как изменился, в какую сторону. И приготовьте маленькую миску с водой, чтобы проверить, готова ваша паста или нет. То есть все буду по порядке рассказывать и показывать. Берем лопатку, капаем вот сюда и проверяем, что у нас тут получается. Приближаемся к финишу. Только проверяем. Водой, ложкой капаем, берем. И смотрим. Нет, еще не готово. Расползается. Должно получиться собрать шарик. Я не могу собрать. Вот. Свет просили. Вот. Маленький. Ну, темно-янтарный цвет кастрюльки. И переливаем. Чуть-чуть дадим остыть, чтобы горячий. Не обжечься, не дай бог. И... Ну вот, остыл. Боже упаси, не пользуйте ее ни теплым, ни горячим. Он должен быть холодным, то есть обожжетесь. Вот такой вот, то, что нужно. У каждого есть сахар, вода и лимонная кислота, у каждой хозяйки, я так думаю. Ну, никого не принуждаю, всего лишь показываю, что я делаю. Не сколько для себя, а сколько дочь использует такое, так что... И решила вам показать. Может, кому-то пригодится. Всем хорошего просмотра. Всем пока-пока.